Представляем вам Акусан S2000 ABVS. Это первая в мире многофункциональная ультразвуковая система, которая автоматически получает полный набор данных в высоком разрешении о молочной железе всего за 10 минут. Система включает в себя такие инновации, как автоматическое получение данных для достоверных воспроизводимых результатов, возможность анализа 3D-данных и построения любых срезов, а также ранее недоступные для ультразвука фронтальные проекции молочных желез. S2000 ABVS идеально подходит для визуализации плотных молочных желез, а ведь это крайне важная задача в современной маммологии. Систему Siemens можно использовать как для автоматического объемного сканирования, так и традиционного ручного исследования. В обоих случаях обеспечивается непревзойденное удобство для пациента и оператора. Акусан S2000 является универсальным, легко отсоединяется от стойки ABVS и может использоваться в других отделениях, обеспечивая беспрецедентную производительность в широком диапазоне клинических областей. Сканирование начинается с комфортного размещения пациентки и позиционирования датчика, закрепленного на регулируемом кронштейне. Адаптивная эргономика кронштейна упрощает и ускоряет процесс сканирования. Однокнопочный фиксирующий механизм решает распространенную проблему травм оператора от постоянной нагрузки и обеспечивает более точное сканирование без рук. Каждое 60-секундное сканирование дает до 400 срезов. Автоматическое получение изображения обеспечивает достоверные воспроизводимые результаты, не зависящие от пользователя, в то время как традиционные исследования молочной железы могут вызывать дискомфорт и стресс у пациенток. Короткие исследования на S2000 ABVS предполагают лишь минимальное сжатие. В зависимости от размера и анатомического строения груди, исследование занимает от 8 до 10 минут. В то время как традиционное ультразвуковое исследование в режиме 2D может длиться от 20 до 30 минут. Получаемые данные можно быстро проанализировать с помощью 4SEAT – передовой онлайн-технологии работы с 3D, 4D данными. S2000 – многофункциональная система, которая может использоваться в широком диапазоне областей для оптимизации рабочего процесса и повышения пропускной способности кабинета. Изображение можно просматривать на самой системе или автоматически отправлять на ABVS Workplace специальную рабочую станцию. ABVS Workplace обеспечивает 5 стандартных диагностических проекций – аксиальную, сагитальную, фронтальную, радиальную и антирадиальную, а также свободное вращение вокруг любой оси. Она также предлагает настраиваемые протоколы отображения. Желтый маркер показывает расположение соска. Фронтальная проекция дает более понятное представление общей анатомии молочной железы, обеспечивая врачам, особенно хирургам, полный обзор от кожи до грудной стенки в том виде, который им наиболее понятен. Это огромное преимущество объемной визуализации. Система также предлагает точные референсные маркеры позиционирования, включая положение относительно соска, глубины и расстояния от кожи, что гарантирует точность и согласованность последующих исследований. Инструмент свободного вращения позволяет манипулировать полнообъемным изображением так, будто обследование проводится в реальном времени, без необходимости повторного сканирования. Инструмент лупа позволяет лучше рассмотреть исследуемую область. Полуавтоматические исчерпывающие отчеты в формате BI-RADS, в которые организуются все находки, еще больше ускоряет работу. Отчеты и целые исследования можно распечатывать, а также экспортировать в систему передачи и архивации изображений. Акусан S2000 ABVS – это революция в технологии визуализации молочной железы и заботе о пациентках. Ультрасовременное полнообъемное сканирование молочной железы всего за 10 минут. Гибкий многофункциональный дизайн, эффективный рабочий процесс и полуавтоматические отчеты обеспечивают комплексное решение для широкого диапазона исследований и клинических условий. Акусан S2000 ABVS от Siemens – оптимизация рабочего процесса и повышение результативности работы, которые выводят заботу о пациентках на совершенно новый уровень.